Но перед началом ролика хотел бы для вас разыграть трех золотых Huge Hell Rock'ов. Но чтобы поучаствовать в розыгрыше, вам нужно прямо сейчас подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать абсолютно любой комментарий под этим видосом. Но чем больше комментариев, тем больше шансов на победу. Но как только на этом ролике будет 1000 лайков, я сразу же сделаю итоги розыгрыша. Я вам желаю удачи и, конечно же, приятнейшего вам просмотра. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робокс всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежны. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получите свои робоксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робоксы совершенно для всех. Ссылочку на сайт и на телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии. Переходите как можно быстрее. Всем привет, ребята, с вами как Зай Цезарь, и добро пожаловать в PS-симулятор X в Roblox. И как вы знаете, у нас тут недавно вышло новое обновление, а именно появился хардкор мод. Но, чтобы в него попасть, недостаточно просто иметь доступ к локации The Void, потому что именно там как раз таки находится секретный домик, с помощью которого мы можем попасть в хардкор мод. И сразу же хочу сказать, ребята, этот видос не кликбейтный. Я реально вам покажу вам способ, каким образом можно попасть в этот хардкор мод вообще на изях, потому что, как вы знаете, чтобы попасть в хардкор мод, нужно иметь 25% мастерства. Раньше ребята, точнее люди все, короче, которые играли в Pet Simulator, даже не понимали, что вообще нужно сделать, что такое 25% мастери и так далее. Но потом я многим объяснил людям, сами они там потом нашли. Но, короче, смотрите, у нас есть мастерство, всего 1485 уровней. Чтобы попасть в хардкор мод, нужно иметь 25% от этих уровней, то есть это 380 уровней, 370-380. Вот, но без этих уровней вы не сможете попасть в хардкор мод. У вас появится, короче, табличка, смотрите. Мы сейчас отправляемся в локацию The Void. Как раз именно там находится вот этот домик, вот он, фиолетовый. И если вы к нему подлетаете, подходите, нажимаете вот здесь вот Ешечку, и у вас, если нет 25%, то тут написано, что вы должны иметь 25% в мастере, чтобы открыть хардкор мод. Как раз эта картинка есть на превьюшке к этому видосу. Вот, и в прошлом видосике я вам рассказывал, что вообще нужно сделать для того, чтобы получить 25% мастерства. Я всем объяснил, какие лучше мастерство качать, чтобы было, чтобы побыстрее апнуть эти 25%. Но в этом ролике я вам покажу, как легко попасть в хардкор мод, вообще не выполняя мастера. У вас может быть абсолютно нулевой уровень. Ну, не нулевой, минимум у вас будет 15, потому что здесь всего 15 мастерства. И каждый, если будет по первому уровню, то у вас будет 15 уровней. Вот, и не имея 25%, вы легко сможете попасть в хардкор мод. И даже вам больше скажу, вы сможете попасть в хардкор мод полностью с нулевого аккаунта. Полностью с нового аккаунта, в котором вы даже не играли в Pet Simulator. Да-да, вот такие дела. Но перед началом хотел бы вас попросить подписаться на канал, обязательно поставить лайк к этому видосу, прожать колокольчик, обязательно, чтобы приходили уведомления по поводу крутых раздач, потому что у меня сейчас на выходных уже были раздачи хугов, еще буду делать раздачу крутых хардкор питомцев, потом обязательно залетайте. Также обязательно пишите комментарии, как вам новое обновление, и также, как вам вот этот способ, потому что я думаю, вам он 100% поможет, потому что многие не могут прокачать 25% мастерства, а я вам дам способ, каким образом вообще можно даже не качать это мастерство. Вы можете иметь, да, локацию The Void, но вы можете не иметь мастерство и попасть в хардкор мод абсолютно спокойно. И также, кстати, там еще бесплатно получить Purple Hoverboard, то есть вы легко сразу же сможете получить бесплатный hoverboard к себе. Короче, я вам все объяснил. Также в начале видосика был розыгрыш на 3 голдхуга, поэтому обязательно участвуйте, там лайкосик, подписочка, комментарий. Все максимально просто, чем больше комментов, тем больше шансов на победу. Ну, а сейчас, смотрите, ребята, я сейчас полечу на абсолютно пустой аккаунт, покажу вам, что он пустой, и после вам покажу, как попасть в хардкор мод. Легко, без мастера. Полетели. Итак, ребята, прямо сейчас я зашел со своего пустого аккаунта в Pet Simulator. Это мой аккаунт. Он здесь вообще, в принципе, не прокачан. Здесь игра с этого аккаунта буквально 5 минут в этот Pet Simulator. Вот буквально только зашел, выбрал себе питомца. И смотрите, у меня тут ни телепортов, ни коинов, как видите. У меня нубский ранг, у меня мастери 15 уровень. Ну, 15 уровень только потому, что здесь вот 15 вот этих мастери, они по одному уровню даются. То есть у меня нету 25% мастери. Но даже с этого аккаунта, с этого нубского ака, мы сможем зайти в хардкор мир. Ну, и вы также сможете зайти даже не с нубского аккаунта, а с какого-нибудь другого ака, на котором просто нету 25%. Вот, все, ребята, я прямо сейчас, короче, залетаю в браузер и все подробно уже покажу. Полетели. Итак, прямо сейчас, ребята, я переместился в браузер, и как вы можете наблюдать, вы, наверное, заметили, что вот Hard Pet Simulator X, вроде все как обычно, но 0 лайков, мало визитов, мало фаворитов, и создан буквально вот, ну, недавно, да, создан. И почему же так получилось? Да все просто, ребята, как вы помните, у нас, когда появилась только Trading Plaza, появилась на нее ссылка.
То есть на Трейдинг Плазу можно было зайти по ссылке, то есть не через саму игру Pet Simulator, а отдельно по ссылке с любого аккаунта. И там также можно было сделать еще там, короче, баг, но это было очень давно. И точно так же, ребята, с хардкор модом. Есть отдельная ссылка на данный режим, и прямо сейчас вот я нахожусь в браузере на данном режиме. Но если вы в него играете, то у вас, например, в последних играх в Roblox у вас он отображаться не будет. Не знаю, как это работает, но вот так вот работает. Но у меня есть эта ссылочка. Если что, я ее оставлю, ребята, в комментариях. Ой, не в комментариях, а в описании. Будет ссылка на хардкор мод, вы на нее сможете зайти, но, скорее всего, если вы будете нажимать на зеленую кнопочку, вы зайти не сможете. Я вам сейчас покажу, что нужно сделать, чтобы у вас не выскочило никакой ошибки, и вы смогли зайти в хардкор мод с любого аккаунта на любой сервер и даже на пустой сервак, где будет мало людей. Вот, и смотрите. Вот у меня есть пустая строка, и вот она ссылочка, вот у нас хардкор мод с айдишников, все это есть. И да, ребят, еще раз говорю, это ссылка на хардкор мод. Это страничка с этим хардкор модом, и через нее мы сможем, то есть не через сам патимулятор сможем зайти, а через саму страничку в Роблоксе мы отдельно сможем. То есть смотрите, вот я нахожусь сейчас на этом аккаунте, да, у меня ничего не открыто, и прямо сейчас мы с этого аккаунта сможем зайти. Смотрите, опускаюсь я вниз сейчас в сервера, но чтобы зайти, скорее всего, если мы сейчас нажмем на зеленую кнопочку, мы зайти никак не сможем. Но мы спускаемся просто вниз. У меня есть специальное расширение, но нужно какое-нибудь расширение для поиска серверов. У меня, например, Ропро. Есть расширение Ропро, можете его найти и скачать. Мы сейчас берем, и, например, вот я хочу сервак, где будет 2 человека. Ждем сейчас, пока загрузится, и прямо сейчас мы сюда сейчас зайдем. Вот у нас есть пустые сервачки, нажимаем Join. И заходим реально сейчас в хардкор мод. Смотрите, бамс, вот, PSX Hardcore Joining Server. Вот, Big Games, все работает, ребята, все реально работает, чекайте. Вот, Cesare Fun, все есть. Вот, я нахожусь в хардкор моде, у меня один питомец, у меня ничего нету. У меня, смотрите, в мастере 15 уровней всего, у меня полностью пустой аккаунт. И я нахожусь в хардкор моде, как вы видите, это реально хардкор мод, то что тут хардкор, вот эти вот получается коины и так далее, но у меня всего 15 уровней мастера, то есть я даже его не прокачивал. Вот такие дела, это реально простой способ. В описании оставлю ссылочку на хардкор мод, вы сможете зайти с любого аккаунта, который не имеет 25%. Ну и даже если вы захотите просто, например, найти себе пустой сервачок, где не будет куча людей, да, то вы также через эту ссылочку можете зайти и попасть на пустой сервачок. То есть в принципе эта ссылочка полезная. Поэтому, ребята, я надеюсь, вам понравился данный ролик. Реально можно с пустого аккаунта просто зайти на хардкор мод, не имея вот такой темы. Можно сказать, что это даже баг, можно так сказать, реально фича, потому что немногие знают, что есть отдельная ссылка на хардкор мод, но у меня она есть, и вам я ее показал. Поэтому, надеюсь, вы подписались на канал, поставили, конечно же, лайк под это видео, написали комментарий, также прожали колокольчик, и также поучаствовали в розыгрыше, опять же, напоминаю, на 3 голхуга, там лайкосик, подписочка, комментарий, чем больше комментов, тем больше шанс за эту победу. Ну и, в принципе, это все, что я хотел вам сказать. Надеюсь, вам понравился видосик. Пишите в комментариях, понравился он вам или нет. И давайте так, если вы досмотрели этот ролик до самого конца, то в комментариях пишите кодовое слово HARD на русском, и я буду лайкать ваши комментарии, нажимать на сердечки. Посмотрим, кто досмотрел ролик до самого конца. Ну и в принципе все, с вами был, как всегда, Цезарь. Всем желаю удачи, всем, конечно же, хорошего настроения. Залетайте на мои раздачи, на новые ролики. В принципе все, можете также еще посмотреть мои прошлые ролики. Я там снимал ролик про как получить... А, кстати, ребята, совсем забыл. Короче, скажу так, это эксклюзивный момент. Уже, может быть, многие ушли с ролика, но это эксклюзивный момент. Смотрите, прямо сейчас мы с вами попробуем получить абсолютно до нового аккаунта Purple Hoverboard в хардкор мире. Смотрите. Так, заходим. Ну-ка. А, нет, у меня закрыто, видите? У меня закрыто, но зайти мы можем. То есть, закрыто. Вот, фармить мы можем, да, но так как у нас все-таки официально не открыт хардкор мир. А, и вот, даже, смотрите, я даже не знал. Я даже не знал, что нельзя фармить. Из-за того, что у нас хардкор мир официально не открыт, у нас, походу, ничего нельзя сделать. Но в чем смысл этой темы, ребята? Опять же, не знаю, может быть, тут можно, если у вас будут хардкор питомцы, возможно, если вам их дадут, вы сможете фармить. Только что об этом узнал, наверное, немногие узнают, что сюда может быть попасть. Вот, но... Вот так вот, короче, получается, что здесь ничего нельзя сделать, даже та локация с Purple Hoverboard закрыта, не знал, что такое вообще происходит. Но в чем смысл, ребята? Я, например, своими друзьями фармлюсь на пустых серверах в хардкор мире, мы сюда запускаем пустые аккаунты, и они нам дают буст коина, вот этот, который Friend Boost. То есть мы можем спокойно нулевые аккаунты закинуть на хардкор мир, вообще пустые аккаунты, не прокачивая их, и получить буст на основные аккаунты. Вот этот смысл как раз-таки есть в данной теме. Поэтому такие дела, я вам показал, как попасть в хардкор мир. Все, ребята.
ребята, всем желаю удачи, всем хорошего, до свидания и до скорой встречи. Все, ребята, всем пока-пока. Жалко, конечно, что нельзя пользоваться хардкор миром, если вы его не открыли, но попасть в него все-таки можно. Все, ребята, всем пока-пока.